Так, также продолжение Севрякова с Украины. Заказ у меня оттуда был, с Украины. Так, а наша любимая желтая глина осталась вот такая. Один кусочек только. Вот. Лисичанский. Вкусный мелочек, кстати. Осталось вот так вот три кусочка маленьких. Ага, так. Это у меня артемовский, пожалуйста. Тоже разделила на такие, видите, мелкие кусочки. Ну вот придется. Она такая негладкая у нее структура. Сейчас даже я уже вкус, наверное, его забыла. Просто можно вспомнить, наверное, да? Попробуем. Вкус, запах побелки. Но она, не скажу, песочная. Но ближе к песочному вообще-то. Наверное, можно назвать песочная. Чихать хочу, поэтому такое, извините, состояние прям песочное и даже поскрипывает. Это север, тоже с Украины. Пожалуйста, вот в таких количествах осталось. Вкусный. Вот север и северский. Очень интересно, конечно. Чем же они отличаются? Да, сейчас мы посмотрим это с вами. Светогорье. Пожалуйста, вот в таком количестве есть. И монастырский. Вот, пожалуйста. Монастырский. Поела прилично. Давайте попробуем северский и север. Все-таки артемовский, песочная структура. Угу. Да. Интересно. Такая как песочное печенье, но структура не песочная. Сразу вот рыхлая становится. Конечно, разные. Северский и север абсолютно разные мелочки. Угу. Мелочки у меня все практически сухие сорта. Второй телефон, извините. Ну вот, дорогие мои, это были мои запасы. Попросили, я сняла. Ну,
Конечно же, я еще буду покупать, но уже не здесь. Я на днях, на недельке уезжаю в конце недели. Я вам сниму видео, покажу, куда уезжаю, пока секрет. Вот. Поеду отдохну в одном городе, потом поеду в другой. Потом уже в другую страну. Такие дела, девчоночки мои милые. Что-то прям шедевр хочется откусить, знаете. Если не откушу, вдруг обидится. Ой, чтоб не обиделась. Уже кусать не буду, тут есть кусочек такой. Уже заказала мел и глину. Там есть и долгожданная узбекская, голубая, Астана, Туркестан также. И мелочки есть. Вот. Вот я буду снимать там уже. Спасибо, мои милые. Целую, люблю. Чок ты шекередерим. Букадар хепси вар. Да, испариш вердим. Иншалла, геледжек. Бурай дейл, башка юльке. Спасибо, милые. Целую вас, люблю. Ну, сейчас мне придется вот так вот встать и выключить. Иначе по-другому никак еще. Рука у меня просто не достает оттуда. Еще столько же надо. Вот. Ну как, не без этого. Вы у меня упали. Так что до свидания. Пока-пока. Целую вас.